Всем привет. Атака танков противника. Федеральные войска начинают активные действия по захвату базы танка. В секторе сосредоточена ударная танковая группа и дивизион ракетных установок залпового огня. Они должны нанести удар по оборонительным позициям, после чего танки начнут штурм. Наша задача. В секторе обнаружена танковая группа противника. Их положение делать невозможным продвижение ракетных установок на огневую позицию. После взлета взять курс на эту группу и уничтожить ее. Что, опять штурмуем? Да, на этот раз нам хоть дали Джерико. X-образный штурмовичок, который значительно быстрее. Зачем нам вообще вот эти оружия? Первый ствол. Может, мы так быстрее будем маневрировать? Это база 14-11-2. Начинаем операцию. Это база 14-11-2. Дело за разведкой. Чарли, на взлет! Это Чарли. Разрешите взлет. Чарли 1. Взлет разрешаю. Это Чарли. Исполняю. Это Фокстрот. Разрешите взлет. Фокстрот 1. Взлет разрешаю. Фокстрот 2. Взлет разрешаю. Фокстрот 3. Взлет разрешаю. Фокстрот 4. Взлет разрешаю. Это база 14-11-2. Истребители сопровождения на взлет. Это Браво. Разрешите взлет. Браво 1. Нет, я бы не сказал, чтобы он был более маневренен. 14-11-2. Фокстрот, курс на цель. Это Эхо. Мобильный командный центр начинает движение. Это база 14-11-2. Хорошо, мобильный. Вижу вас на сенсорах. Чарли, запомни, сынок, твое дело разведка. А это значит никаких стычек. Все ясно? Это Чарли. Так точно, сэр. Надеюсь, у него хотя бы энерговооруженный свыше. Это база 14-11-2. Сектор 14-02-1. Контакт на вражеские танки. Это база 14-11-2. Внимание! Всем подразделениям выполнять поставленные задачи. Никому не отвлекаться. Это база 14-11-2. Внимание всем! Видим истребители, прикрывающие танки. Блин, надо бы выбрать. Это Чарли. Противник включил генератор подавления. Пулеметы. Это база 14-11-2. Так, у них там еще и генератор есть. Чарли, вернуться на базу. В этом лагере все равно ничего не нашли. Истребители, вашу Машу.
Это база 14-11-2. Отлично! Танковой ударной группе конец. Фокстрот, эскортируйте тяжелые штурмовики. Они вооружены торпедами, их нужно прикрыть от ПВО. Шутишь, да? Я не тяжелый штурмовик, я легкий штурмовик. Чарли, разрешите посадку? Чарли, один. Посадку разрешаю. Что ж так плохо-то? Дистанционно уничтожить турели противника. После последнего залпа
Это Эхо. Мы смогли уничтожить турели. Танком начать движение. Фоксрот, прикрыть танки с воздуха. Задачи изменились. Ну все, будем опять теперь полчаса ждать, пока скрипт сработает.
Это Эхо. Отлично, база танка захвачена. Фокстрот, тебе повезло, ты приземляешься туда первым. Это Фокстрот. Разрешите посадку. Фокстрот 4. Посадку разрешаю. Фокстрот 1. Посадку разрешаю. Ох, и наштурмовался я уже, а. Захватили и раздолбали, то есть захватили базу Дангу, а раздолбали ударную танковую группу противника. А кто осмеливался сомневаться? Мои ребята, с меня ковришки всем участникам на 2 часа под ионный душ. Тыл. Кстати, когда можно будет пользоваться душем без риска досрочно обысеть? Я что ли за этим дерьмом следить должен? Начальник ТВ ко мне с 3 объяснителями. Если мне у них что-то не понравится, напишите 10. По-моему, все-таки перебарщивает наш этот Кассив Роман. Серб, что ли? Ну, на сегодня все. Следующую штурмовку, я шучу, увидите в следующей серии.